Заходя в аптеку, магазин или отделение банка, мало кто из нас придает особое значение наличию перил, высоте ступенек или состоянию подъемов и спусков. Однако рядом с нами живут люди, для кого путь в общественные учреждения города – это ежедневная полоса препятствий. Участники клуба общения «Лотос» молодежного центра решили проверить, насколько доступна городская среда для маломобильной категории граждан. Мы с ребятами клуба «Лотос» начали выходить, просто посещать городские учреждения или просто гулять даже по городу. И когда мы сталкиваемся, что бордюр высокий, очень сложно переехать проезжую часть. В рамках программы «Безбарьерная среда» в нашем городе в последние годы стали появляться пандусы, уличные подъемники и перила. Однако оборудовать свои учреждения специальными приспособлениями решились далеко не все. Где-то вертикальный подъемник работает не так, как надо, а где-то и пандус пришел в негодность. Ранее просьбу учесть потребности маломобильных саровчан участники клуба «Лотос» уже направляли в несколько организаций. Отзывы мы оставили, с руководством поговорили, но вот за несколько лет особо ничего не сдвинулось. И в этом году решили повторить эту акцию, но более точечно. И выбрали в этом году два объекта. Это отделение Почты России и городской кинотеатр. На входе в первый пункт назначения нет ни высоких ступенек, ни крутых подъемов. Но попасть туда без помощи третьих лиц непросто. Как решить эту проблему, не знают даже сами сотрудники почты. Ну, какой-то более пандус делается как... чтобы коляски. Ну, маломобильные граждане могли вообще сходить, заезжать. Ну, то есть это... Даже не знаю. С доступом маломобильных саровчан в кинотеатр дела обстоят лучше. Пандус рядом с главным входом заметно поизносился, но администрация кинотеатра предлагает альтернативу – попасть в кинозал через служебный вход. С обратной стороны, там именно подъем, там не ступеньки у нас идут. Вот. А сейчас как пристраивается ставного зала, там будут вообще отдельные прям места. Несмотря на временные трудности, активист клуба общения «Лотос» Тимофей Верхов смотрит на проблему с позитивной точки зрения. По его мнению, будущее у программы «Безбарьерная среда» в нашем городе есть. Я очень рад, что в принципе какие-то шаги в направлении улучшения ситуации делаются. Но не всегда и не везде. Нельзя все сделать за час, за день. Вот. Что-то делается. Я думаю, что дальше будет только лучше. Участники акции «Удобный город» оставили свои пожелания руководителям учреждений. И хочется верить, что на этот раз их просьбы будут услышаны. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.